Вода ошибок не прощает. Это, казалось бы, банальная фраза, к сожалению, своей актуальности не теряет. 63-летний пенсионер из Калинковичи приехал с друзьями порыбачить в Мозырь рано утром 5 сентября. Компания расположилась на берегу Припяти неподалеку от автомобильного моста. Обнаружив через некоторое время отсутствие одного из рыбаков, мужчины забили тревогу. Но помощь водолазов спасательной станции, к сожалению, оказалась уже не нужна. Обстоятельства и причины гибели рыбака продолжает выяснять следственная группа.